Компания «Электромотор» представляет автомобильное зарядное устройство «Пульс», модель «Макс 50» с защитой от ошибочного подключения полярности и амперметром. Устройство предназначено для заряда как 12-вольтовых, так и 24-вольтовых аккумуляторов. Модель выполнена в пластмассовом корпусе с удобно расположенными на передней панели органами управления и индикации. Спереди имеется ниша для укладки кабеля питания и зарядных проводов. Зарядные клеммы имеют изолированные ручки и представляют собой зажимы с зубьями для надежного сцепления с клеммами аккумулятора. На лицевую панель вынесен переключатель подачи питания прибора и плавкий предохранитель, что позволяет его легко заменить в случае необходимости. Также там расположен переключатель режима заряда и переключатель выбора напряжения аккумуляторной батареи. Технические характеристики. Напряжение питающей сети 230 вольт. Максимальная мощность 1000 ватт. Совместимые аккумуляторные батареи 12 и 24 вольта. Ток заряда минимальный 25 ампер, ускоренный 30 ампер. Диапазон емкостей заряжаемых аккумуляторов от 170 до 350 ампер-часов. Вес 9,5 килограмма. По вопросам приобретения обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 5 300 38.